строевые упражнения и команды Александр знает отлично. К этим соревнованиям готовился несколько месяцев. Но волнение все равно есть. Маршировать предстоит впервые. Несколько раз участвовал. У меня несколько раз получал даже первое место. Впервые в первое место. Грамоты много раз получал. Кубки дома стоят несколько видов. По городам ездил. Участники Спортландии – команды из одинцовских школ «Гармония», «Надежда» и имени Фурагиной. Есть и гости из Красногорского образовательного центра «Созвездие». В этом году у нас уже 8-е это мероприятие, и оно посвящено верности Родине, любви к отчизне. Мы стараемся проводить, знаете, такие спортивно-патриотические мероприятия, которые поднимают дух ребят. Оно проводится для детишек с ограниченными возможностями здоровья в преддверии Дня защитника Отечества, и где ребята будут, представители 4 школ, состязаться в различных номинациях и конкурсах. Прыжки, бег, ведение и передача мяча. В каждой эстафете нужно одновременно выполнить несколько заданий. Самое трудное – опередить команду соперника и прийти к финишу первыми. Старались все, поэтому и победила дружба. Всех участников наградили кубками и медалями. А в строевой подготовке больше других преуспела школа «Надежда». Поэтому и получила заслуженное первое место. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».